2078 год. Это рядовой Джефферсон когда-то было самым выгодным и прекрасным предприятием в галактике. Одной ложки берения можно было за день долететь с Земли до Сатурна. Сейчас они сами производят себе подобных автономное мобильное оружие, а проще — крикунов. А откуда они взялись? Из-под Земли. Первую модель Альянс разработал на Земле и прислал к нам. Это было 5 лет назад. Выходит, они там внизу плодятся, как кролики, и никто не знает. Отсюда! Альянс хочет развязать новую войну, но здесь война уже идет. И этой войне мы положим конец. Один ты не пройдешь по улице и 2 шагов. Ставлю этот бычок. Ты зря теряешь время. Джефферсон! Я так и знал! Можно мне пойти с вами?